Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении перегрузки сильнодействующих веществ из одного транспортного средства в другое были задержаны 5 мужчин. Сотрудниками полиции было установлено, что указанные граждане осуществляли поставки сильнодействующих веществ из одного из зарубежных государств в Российскую Федерацию, а также занимались их последующим незаконным распространением на территории России. Злоумышленники создали устойчивую организованную группу, каждый участник которой был наделен своими функциями. В ходе осмотра места происшествия и проведенных обысков по местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято в общей сложности около 114 килограммов таблеток и инъекций, которые содержат сильнодействующее вещество станозолол. Ранее Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. В отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.